Всем привет! Добро пожаловать на нашу новую распаковочку. И сегодня я приготовила для вас эту новиночку. И она называется «Обмен подарков». Между двумя подружками. И, как я и обещала в сообществе своем, все эти пакетики двойные. Вот такой пакетик. Будем вот так открывать. Вот такой. Такой милый. Дальше вот такой. То есть это горизонтальные, а эти вертикальные. Здесь 4 горизонтальных и 4 вертикальных. Губка Боба Патрик. Такие смешные. Вот такая вот. Мона Лиза и девушка с жемчужной сережкой. Дальше вот такой. Этот человек не понимает, почему ему на голову льется какая-то жидкость. А это он спит. И у него изо рта слюнки текут. Вот такой вертикальный. Гусеницы. Кстати, напишите мне в комментариях, кто из них краш. Вупсень, точнее вупсень или пупсень. Я думаю, что пупсень. Вупсень слишком какой-то хитрый и злой. И последний. Вот такой. Этот, кстати, я переделала в последний момент. Вот, и сегодня я хочу взять... Давайте вот такой. С модной уточкой и с уточкой с жемчужной сережкой. Вот, берем эти пакетики. Итак, давайте выбирать наши пакетики на распаковку. Из всех коллекций, которые мы еще не рассмотрели. Так, коллекция талисмана Леди Баг по месяцам рождения. Я возьму с такой. Леди Баг и Маринет. Вот такая коллекция. Это ассоциации с Новым годом. Я возьму с таким шариком зимним. Коллекция слова. Так, давайте... Ну, давайте такой. Есть такая шляпа с жабкой. Hello Kitty для... Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой пакетик мне взять в следующем видео. Наконец-то уже скоро будет 2022 год. Так, и я хочу сегодня взять вот такой. Хоть мне этот пакетик и очень сильно нравится, но я его все равно возьму. Он самый красивый. Сегодня мы закончим коллекцию сережки. И коллекция приготовь. В этом пакетике, кстати, самое главное. Это то, что мы готовим. Так, давайте вот такой. Здесь мы готовим смузи. Также у меня есть несколько коллекций от моих подписчиков. Вот. Для каждой коллекции я сделала вот такой прозрачный кармашек с блесточками. Каждый пакетик. Так, пакетики от бумажной галактики. Возьму вот этот. И вот такой. Так, дальше у нас от Софии. Я беру вот этот. И также давайте вот такой. Дизайн часов. Ребусы от Златы и Вероники. Я возьму вот такой. Пишите отгадку этого ребуса в комментариях. И вот такой. Тоже очень легкий ребус. Последняя коллекция от подписчицы Насти. Я возьму вот этот, и, пожалуй, вот этот большой-большой, желтенький пакетик. Я бы сказала, даже неоновым желтый пакетик. А, и, кстати, это последняя распаковка в этом году. Так как-то эпично звучит. Это еще не все, сейчас мы выберем ту ячейку, которую мы будем открывать в адвент-календаре.
А вот и наш адвент-календарь. Мы уже распаковали вот эту ячейку и вот эту. Сегодня мы распакуем вот эту, третью ячейку. И сегодня мы, кстати, начнем с этого адвент-календаря. Вот наш каталожек. Кстати, пожалуйста, не ругайте меня сильно, я завела новый каталог. Из этого каталога я вырвала все странички, которые оставались. Их просто осталось 12 листочков в этом каталоге. Я решила, что их слишком мало, и решила их вырвать. Круто. Пожалуйста, не ругайтесь на меня. Просто недавно закончила каталог, завела этот и завожу новый опять. Да. Вот, и нам сейчас попадется под номером 5. Потому что нам попадается по порядку. Это мы выяснили благодаря прошлому видео. Итак, давайте распакуем эту ячейку. Так, не задевайся. Как круто открылось. И нам здесь попались носочки. Ну какой же подарок на Новый год без носочков? Носочки — это, мне кажется, самое главное, потому что они делают тепло нашим ножкам. Вот. Ну, я имею в виду то, что самое главное, ну, в зиму, в зимнюю пору. Вот сюда. Давайте приклеим. В следующем видео мы, к сожалению, закончим эту коллекцию, но она получилась прям замечательная. Просто посмотрите на нее. Давайте дальше коллекцию приготовим. Наш пакетик. И как вы думаете, под каким номером? Я думаю, 8. Нет, нам попалось под номером 2. Вот сюда. Куриные яички. Да. Кстати, я сейчас снимаю в худи своем. Ты там худи. Кому интересно? А кому интересно? Так, Hello Kitty для разных женских имен. Как так? Я думаю, что под номером 6 для Вики. Ну, так вы тоже думаете, чтобы вам тоже было интересно. Вау, посмотрите, какая нам Hello Kitty попалась. Это бабочка Hello Kitty. Фиолетовая. Так, и она у нас была под номером 1. Я не угадала. Вот так. Здесь у нас уже 2 Hello Kitty. А здесь всего лишь 1. Угадай слово, коллекция. Так, эти вот подписчиков. Вот наш пакетик. И я думаю, что попадется под номером 5. Вот. Ой. Под номером 6. Ну что ж, я не угадала. Вот, нам попалась буковка И. Русская буква И. Что там? И что же у нас за слово получается? Посмотрим. Так, я хочу открыть коллекцию Леди Баг, точнее, талисман Леди Баг по месяцам рождения. Почему я всегда говорю Леди Баг, а потом по месяцам рождения? Ну, потому что я всегда путаю. Вот я так думаю. И попадется под номером 1, 4. А, вот, 1 или 4. Я думаю, что 1 для сентября и февраля. И попалась под номером 4. Сегодня мне в видео не везет вообще. Попался талисманчик павлина.
для октября и марта. Кстати, моя младшая сестра родилась в марте. Вот такая коллекция. Так, дальше я хочу открыть коллекцию сережки. К сожалению, с этой коллекцией мы сегодня попрощаемся. Так, под номером 3. Ну, естественно, последнее местечко. И вот такие сережки с инопланетяшками. Вот такие. И здесь такая летающая тарелка. Кстати, я вот недавно смотрела «Один дома», вторую часть, потому что вторая, мне кажется, самая интересная. Ой. А вы в этом году будете ли смотреть «Один дома»? Мы вот каждый год смотрим. В прошлом году, конечно, не смотрели, но в этом году смотрим. И с каждым годом этот фильм все интереснее и интереснее. Последняя коллекция в этом каталоге — это «Ассоциации». Я думаю, что попадется под номером 7. Как же он открывается? Ой. Простите, если сильно громкий звук. Нам здесь попался олень. Вот такой. Мне... О, вот это вот зима. Новый год ассоциируется с оленчиками. Потому что олень, мне кажется, сам по себе он такой зимний, приспособлен к зимним порам. И да, он был под номером 4. Я сразу по контуру угадала. Нет, в смысле, я не думала, по-моему, что под номером 4. Я думала, что под номером 7. Вот. Я приложила по контуру. Вот такая коллекция. Что ж, закрываем наш каталог. И переходим к следующему. Наш каталог, кстати, я вам еще его не показывала. Make today amazing. Вот, что-то такое. Извиняюсь, если неправильно как-то прочитала. Вот наша коллекция. Сегодня мы открываем целых 2 пакетика. Забыла, кстати, вначале еще сказать, что всего пакетиков 16. Но по парам их получается 8. Вот пакетик. Обмен подарков. Между Сашей и Ксюшей. Я думаю, что попадется под номером 10 и под номером 1. Давайте смотреть. Ой. Хоть бы открылся. Нет. Нет. Вот. Ну, хотя бы открылось. А, здесь нам попался Кармакс. Вот такой Кармакс. Это бальзамчик для губ под номером 3. Вот сюда. Я, к сожалению, не угадала, но надеюсь, что кто-то из вас угадал. Дальше следующий пакетик. Этот идеально сработал. Так, нам попалось под номером 6. Вот сюда. Это вот такие ножки KFC. Кто кушал когда-нибудь ножки KFC? Это просто мечта. Просто мечта всех. Я обожаю, например, эти ножки. Кто тоже с вас? Лайк. Я не успела, кстати, еще сделать обложку для этого каталога, но обязательно ее сделаю. Просто напишите мне в комментариях, какую же мне обложку сделать. Я пока что думаю между бабочками и между такими сердечками. Вот такими, такими, такими. Ну что ж, давайте уже открывать ниндзя-квиза, распаковать коллекции от подписчиков. Наш каталожик для подписчиков. Зачем я постоянно их вот так поднимаю? Ладно. Первая коллекция у нас будет... от бумажной галактики. С
Кстати, меня когда-то спрашивали, буду ли я еще делать обзорчик на этот каталог. Да, конечно, если он закончится, я, конечно же, его сделаю. Пока что мы его еще ведем и ведем. Вот. Вот в прошлом видео нам попался тигр, символ этого года. Точнее, символ следующего. Но он уже скоро. И вот такая девочка. Ого, какая наклеечка. Так, вау, посмотрите, какая красота. Это имбирное печенье, это леденец и это конфетка. И давайте ее поскорее приклеим. Я, кстати, заметила уже, когда мы открыли эту коллекцию, то, что это были наклейки, а я их отклеивала неправильно. Ну, Марина, как всегда. Как прикольно. Круто. Так, и приклеиваем сюда. Идем дальше. Я аккуратно, потому что я только что микрофон задела. Получился бы сильный звук, и вы бы оглохли. А я этого не хочу. Так, о, посмотрите, какая красота. Вау, просто. Это как, по-моему, новогодние шарики. Какая красота. Просто. У меня прямо сейчас новогоднее настроение, знаете, такое перед тем, как я вообще... Мне всегда интересно вот смотреть на дату, вот, например, на телефоне. Там получается 2021 сейчас. А потом я такая слежу, когда будет 0000 часов, и посмотреть, когда обновится, и будет 2022 год. Три двойки. Надеюсь, в этом семестре я не получу двойки. Вроде бы в этом семестре я старалась очень хорошо учиться, но нам еще табеля не выдали. Чудо. Вот так. Следующая коллекция от Софии. Так, от Софии вот. Дизайн часов. Вот еще. Вот такой пакетик мы сейчас распакуем. И вообще, смотрите, какой у меня декоративный скотч. Я уже потом заметила, но он просто... Здесь можно его рассматривать и рассматривать. Это такие дома. Так. Так, нам попали... Вау! Необычные такие дизайны часов с лимончиками, дольками лимона. Да, в этой коллекции у нас нет, как в линейках, вопросов. Я приклею сюда, но приклею ее в конце, когда мы откроем этот пакетик. Это радужный дизайн часов. Смотрите. Девочка вообще очень сильно красиво рисует, и она, видно, что очень сильно старается. И сейчас я приклею на раз, два, три. Вот так вот новогоднее что-то случилось, и все приклеилось. Так, так, так. Дальше у нас коллекция от Насти. И сейчас мы откроем. Здесь я чувствую вопрос. Ух ты. Посмотрите. Это просто... Я хочу себе такую линейку. Она просто... Вау. Реально. Ну, вы бы себе такую захотели линейку. Она реально очень красивая. Я приклеила вот эту, кстати, наклеечку, которую она прислала в посылке. Ну, точнее, в письме. И вопросик. У тебя есть родная сестра или брат? У меня целых две сестры. Вот, целых две сестры. Младшая и старшая. Кому интересно. Какая вообще... Что это за... Что? Нам попалась вот такая линейка.
с жирафиком. Тоже очень милое и прикольное. Здесь уже было написано линейки. А вопросика нет. Но всегда мне интересно отвечать на вопросы, которые вы задаете. Но все равно. Здесь прям такое ожидание. Чудо. Чук. И вот так у нас получается. Кстати, у нас остался, по-моему, последний пакетик. И сюда мы приклеим последнюю. Коллекция ребусы от Златы и Вероники. Давайте по-быстренькому, а то памяти у меня осталось 10 минут всего лишь. За 10 минут успею распаковать. Ну, вроде должна. А, что же это за ребус? Это у нас утки. Утки, потому что кит... Нет, да, кит. Последняя буква у нас перечеркивается. Получается утки. Так, и нам попался ребус. Вот такой. А, ладно, давайте вы его разгадаете, потому что если я буду разгадывать, вам не будет интересно. Но я сейчас разгадаю сама. А, я поняла, что это за ребус. Все, теперь я знаю. Так, надеюсь, ничего не порвало. Так. Да, я ничего не порвала. Круто. Вот. Тоже очень легкий ребус, оку и вот такую вот картиночку. Я думаю, вы должны догадаться. И сейчас все эти дела я приклею. 1, 2, 3. Вот так вот я приклеила, кстати, вот. Это семья. Ребус, разгадка. Это листопада. Листопад. Вот. Потому что последняя буковка перечеркивается. И сюда я, наверное, оставлю комментарии тех, кто угадал в прошлом видео, что это за ребусы. Вот, приветики вам, привет, привет. Вот всем привет, привет. И все, на этом, к сожалению, было все. Я на самом деле бы еще распаковала сюрпризы. Это такое прям проще занятие. Мне очень сильно нравится в бумажных сюрпризах. Знаете, что распаковывать? Распаковывать перфорации, открывашки какие получаются. Например, я сделаю какую-то необычную открывашку и буду ее распаковывать. Это так интересно, залипательно. А, и да, новый каталог. Надеюсь, вы не расстроились. О каталоге я его буду постараюсь вести его дольше, чем обычно. А, к сожалению, на этом было все. Я сейчас буду монтировать это видео. Надеюсь, я не сильно долго его буду монтировать. Всем желаю хорошего дня, чтобы вы провели этот день на полную и вы провели Новый год. Вот. Чтобы у вас было все хорошо. Новое видео в следующем году, в следующем месяце. А на этом было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все. Сейчас будут приветики. Пока-пока.